С 8 по 14 сентября в Астане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. В соревнованиях примут участие около 4000 участников из более 100 стран мира, в том числе и спортсмены, творческие коллективы Павлодарского Прииртышья. Традиционно практически все современные крупные спортивные состязания, такие как Олимпийские, Азиатские, Всемирные студенческие игры, обязательно включают в себя различные по форме, но единые по содержанию эстафеты огня. На первых трех играх кочевников главным сакральным символом и ключевым элементом стала вода. Поэтому перед началом игр 28 августа в селе Турайгыр Байнаульского района пройдет торжественная церемония забора воды, символизирующая объединение всех культурных и спортивных традиций кочевников. А 30 августа состоятся проводы делегации от нашего региона «Караван единства» в Астану. В состав регионального каравана войдут Батыр, 9 известных общественных деятелей, тренеров и один представитель Народного банка. В рамках спортивной программы 5-х Всемирных игр кочевников в городе Астана запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта. В 5-х Всемирных играх кочевников примут участие порядка 2800 спортсменов и членов официальных делегаций из 89 стран мира. Предстоит разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. От Павлодарской области в сборных командах Республики Казахстан участвуют 7 спортсменов и 7 судей. Помимо спортсменов, в игре кочевников с целью демонстрации казахских традиций и искусства примут участие ремесленники и творческие коллективы из 120 человек. Все запланированные организаторами мероприятия в Этнауле направлены на достижение главной цели – популяризации культурного наследия, национальных ценностей, продвижения своего национального бренда, богатейшей истории и культуры народа Казахстана. В преддверии игр кочевников 7 сентября в Астане откроется Этноул «Вселенная кочевников». До 13 сентября здесь будут проходить культурные мероприятия. В Этноуле будут размещены три юрты, демонстрирующие историческое наследие Прииртышья регионального туризма. От Павлодарской области с творческими номерами выступят артисты областной филармонии имени Исы Байзакова и артисты Центра народного творчества «Шанырак». В играх кочевников принимают участие в первую очередь страны, где живут народы, наследники кочевой цивилизации. Во Всемирных играх кочевников в Астане также запланировано участие команд со всего мира, включая страны, которые не являлись кочевыми. 5-е Всемирные игры кочевников обещают стать знаковым событием как для страны, так и для международного спортивного сообщества. Валентина Леонова, Евгений Олейник, Иртыс Акпарат.